Наконец-то найдена истинная причина распространения коронавируса. Вот она. Вот эти проклятые предметы. А мы-то глупые думали, что вирус, как все нормальные вирусы, распространяется. А он, оказывается, вон какой хитрый. Через игрушки всякие, да тазики. Никогда бы не догадался. Но человек умнее и не дал себя обмануть какому-то вирусу. Вот такое гениальное решение придумал. Вот здесь нам ничего не угрожает. Как хитро, вроде бы магазин один и тот же. Но вот здесь все строго под запретом. Гениально, правда? И вроде бы помещение одно, а вирус распространяется по-разному. Теперь уверен, все будет хорошо, это победа. И после такой заботы даже можно не обижаться на такую мелочь, как повышение тарифов. Добро пожаловать в Новый год, теперь все будет по-новому.